вообще она не видно, так облака. Это облака. Уникальное природное явление увидели 13 октября 2017 года на мысе Рока в Португалии. Облака над океаном. Удивительное явление природы. Редко когда можно увидеть это волшебство. Скала возвышается на 140 метров над уровнем Атлантического океана. Самая западная точка Европы. Дальше только океан. Интересно. Очень интересно. Это, видимо, получается, что вода теплая. Да. Теплее, чем воздух. Так вот медленно шевелится. Правда? Посмотрите. Как-то вот замедленно. Благодаря вот этой высоте. Угу. Португальский поэт Луис Камоэн сказал о мысе Рока: это место, где земля кончается и начинается море. Спасибо Ярославу и Рите за это прекрасное чудо природы, которое мы увидели. Ярослав – гид в Алгарве. Вы всегда можете найти его на Фейсбуке и связаться с ним, перед тем, как захотите посетить чудесную страну Португалию. Ссылка под этим видео.